развивается активно. Мы видим в биометрии, правда, очень большое, очень нужное банкам будущее, потому что возможность обслуживать клиентов вне зависимости от того, пришел он в отделение, не пришел он в отделение, нам очень интересно. Это тот сервис, который прям очень нужен был в банковской финансовой сфере. Да, может быть, даже не только ей. Надеемся, что им будут пользоваться и другие компании на рынке. Вот, поэтому все очень активно. Вот если смотреть на рынок, да, нам, конечно, очень интересно все, что происходит вокруг системы быстрых платежей, которую мы надеемся тоже в ближайшее время взлетит. Это будет огромный плюс для потребителей, я считаю. Вот. А открытые интерфейсы, открытые API, то, во что мы тоже очень активно вкладываемся, потому что я верю в то, что это как раз позволяет создавать гораздо более понятные взаимоотношения между игроками, а не какие-то там хитро вывернутые прям вот напрямую. А с этим очень, мне кажется, красиво увязывается история вокруг использования блокчейна, как, по сути, вынесенного навне системы BPM, да еще и с хорошей, правильной криптографией, уверенностью в том, что ты работаешь с подтвержденным каким-то лицом и так далее. На это отлично накладывается история вокруг искусственного интеллекта или дополненного интеллекта, потому что позволяет отстраивать какие-то новые сервисы тоже, которые невозможны без больших данных, без машинного обучения. Очень получает большой плюс от интернета вещей. Ну, это вот такое вот облако, как мне кажется, как раз и создает в себе возможности новые. То есть это не обязательно одна какая-то технология, это, как правило, сочетание каких-то технологий. Зачастую, когда выстраиваются agile-команды, они остаются привязанными к тем или иным компонентам, с которыми они работают. И это не решает самую главную проблему, о которой мы тоже вот коллеги упоминали, что у вас появляется то, что называется время ожидания. А время ожидания очень дорого стоит на самом деле. И чем более непрерывным становится процесс создания решения, чем меньше в нем пауз, да, тем быстрее потребители получают это решение. И вот создание фичтимов – это как раз возможность заполнить лучше эти поры, потому что вам нет необходимости ждать над кого-то, кто может справиться с этой задачей, потому что вы не умеете. Фичтим, как правило, достаточно универсально для того, чтобы взять любую задачу в исполнение. Less нам нравится больше всего, он вроде как вписывается в наш контекст больше всего, где-то, наверное, в конце прошлого, начале этого года. И вот где-то примерно за 6 месяцев мы сели правление, мы очень активно обсудили, что и как мы хотим делать. Да, очень важно было понять роли, определение продукта, вот то, что мы в частности сделали, то, что я показывал. Даже без этого невозможно двигаться дальше, потому что все говорят, все называют одним словом, но понимают разное, да, и это разночтение не помогает внедрению. Есть такое ощущение, что надо искать новое место, потому что, да, очень-очень активно, очень много участников. Я с одним из коллег сегодня вот тоже разговаривал с утра о том, что с одной очень такой обширной, очень активной конференции с симпозиума Гартнеровского прилетел на другую очень обширную, очень активную конференцию. Такое ощущение, что практически не поменял, потому что все те же люди. Говорим, есть изменения, потому что здесь мы, мне кажется, говорим гораздо более о практичных вещах, хотя, конечно, Гартнер рассказывает об интересных трендах, это тоже здорово.